Друзья, друзья, друзья. Сейчас уже сколько времени у нас? Блин, у меня бутылка с водой упала. А, такая вот бутылка. Вернее, то, что там осталось от воды. Немного совсем. Времени сейчас у нас. Тут жалко, часов подсветки нет. Да. Крутой будильник, блин. Но нет подсветки. Так. Времени, времени, да, время-то не посмотрел. Времени. Думаю, вам видно хотя бы немного. 30, без 20, почти 38 минут 11, 37, если быть точнее, немного точнее. 22:37. Сегодня у нас 30 декабря. Скоро Новый год, буквально через, получается, через полтора часа пробьют куранты 0000, и наш с вами дорогой и любимый президент Владимир Владимирович Путин произнесет речь, новогоднюю речь. Не знаю, всеми ли он любим. От себя я умолчу, наверное, эту информацию. Вот. Идеальных людей не бывает, как все знают. Да, кстати, за окошком уже снежок идет. Вернее, до сих пор я ходил, кстати, снимал, один ролик снял для вас. И вот сейчас решил, поскольку я буду, наверное, отмечать, не наверное, я буду в полном одиночестве. Решил поснимать для вас видеоролик у себя в темной квартире. Слышите, да? На улице хлопушки, салют был. Не знаю, получится ли у меня опять для вас салют из окна поснимать. Я не успел. Я в этот момент валялся на своей фирменной раскладушке. И вот она. Наверное, не очень видно. И, друзья, ничего не успел для вас снять. Так, вот думаю, меня видно. Мою рожу. О, слышите? Это хлопушки, кто-то взрывает. Такой вот снежок. Снежок такой, не знаю, видно или нет. По видео, наверное, не видно, потому что у меня не супер-пупер камера. Вот. И ночной съемки тоже таковой в телефоне нет. Я на телефон снимаю. Вот, слышите? Все готовятся к Новому году, вернее, уже его отмечают. Вот, а я даже бухать не буду. Я не пью, скажем так, выпиваю, но не пью. Не знаю почему, но у меня, друзья, с детства вот так вот. У меня мама не пьющая, папа не пьющий. Поэтому, видимо, я и не бухаю. И вам, кстати, друзья, не советую эту плохую, дурную привычку бухать. Вот. Можно выпить редко, друзья, но редко и метко, но не каждый день. Вот. И алкоголь, он, как говорится, топит семьи, топит людей, топит жизни, скажем так. Поэтому, да и не люблю я, друзья, это состояние под алкоголем, под кайфом, как-то не знаю, даже не то, что под кайфом, я и пробовал и потяжелее алкоголя вещи, да, и даже интервью есть там на канале Муха-8, мое интервью, оно довольно свежее, этим летом его, 2021 года, это уже 2022, вот, и я 2021 года давал интервью, вот, о своей бурной юности, скажем так, молодость у меня и сейчас молодость, мне 39 лет всего, я 82 года рождения, кому интересно, я по знаку зодиака Дева, вот, по гороскопу я Дева, 20 сентября 82 года, вот это девушка, если вам это интересно, да, а может не только девушкам. Мне, в принципе, без разницы, как бы, да, я просто вам могу озвучить, что я дева, и мне 39 лет.
20 сентября у меня днюха. Друзья, на тему алкоголя, да, то, что мама не пила, и папа у меня особо не пил. Поэтому у меня, видимо, генетика чистая в этом плане. Я не пью. Хотя иногда бывает, себе это позволяю, эту шалость. Вот. И даже бывало такое, что напивался на чертиков. Кстати, вот здесь в квартире своей частенько так вижу чертиков. Притом, друзья, я повторюсь, я не пьющий, никакие наркотические вещества тоже не употребляю. Вот. Давно уже в завязке от этого всего. И поэтому бывает, я вам расскажу всякие сны там интересные. Даже, мне кажется, барабашка у меня здесь завелся с недавних пор, наверное, как где-то с полгода. Этой квартире моей уже, вернее, как дом построили уже лет, вам не соврать, лет 7 почти. Вот. А барабашка здесь завелся как полгода. Может, это что-то похуже барабашки, я не знаю, но я ж мурашки сейчас. Вот. Но я вам обязательно потом расскажу, и может быть даже что-то получится у меня снять, хотя это навряд ли. Такие вот мистические истории, что я вам обещал, я вам обязательно расскажу. Друзья, мои друзья, 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 наконец у меня видеокамеры, могу вас так вот обнять, зацеловать, не знаю, затискать, потому что я, знаете, начинал снимать, и когда маму похоронил, от одиночества, да, от скуки, я снимал больше для себя. Дом хотел поснимать, то есть, чтобы потом что-то пересматривать. Может, я его продал, мама хотела продать его, этот дом. И вообще в Москву перебраться. У нас в Москве две квартиры было. Ну, не в Москве, в Подмосковье, в Зеленограде. Но вот сейчас у меня в Щелково квартира, которую я продаю. Никак продать не могу. У меня с документами проблемы. Это я тоже, друзья, в других роликах говорил. И я еще ролик сниму, расскажу. И даже если у меня получится, одна девочка, кстати, выиграла суд и получила собственность в нашем доме. А нас таких 16, но уже без этой девочки 15 осталось. Остальные все успели в свое время собственность оформить квартиры. Я вот не успел. Мне как раз это на момент похорон мамы пришлось это все. И я как-то на 2 года расслабился. Не то, что даже расслабился, наверное, ушел в себя. Когда пришел, уже было поздно. Законы поменялись и... Мне показали дулю вот такую вот и сказали то, что извини, дорогой, иди в суд, только через суд. Вот. И вот бегаю я уже сколько получается, пару лет по судам. Мне в этом помогают люди одни, если мне разрешат этих людей поснимать, я их тоже поснимаю. Вот. Это будет с моей стороны такая небольшая рекламка, там агентство недвижимости, плюс еще благодарность моя. Может быть, когда-нибудь, друзья, я стану известный. Благодаря вам и вот этот человек, человечище с большой буквы, ему будет, ему я не буду говорить, иначе это будет уже, я открою тайну, вот, будет от меня такой вот подарок, да. Вот поэтому, друзья, не знаю, за окном салют, хлопушки, Новый год приближается, да, новый 2022. А я вот так вот в одиночестве, без накрытого стола, да, в кармане чуть больше косаря, 1200 у меня российских рублей. Ни долларов не подумайте, иначе бы я, наверное, где-нибудь сейчас снимал бы свой влог для вас, не знаю, с какого-нибудь крутого ресторана. Вот, а я вот здесь вот нахожусь. Знаете, я вот нисколько не, как вам так сказать, нисколько не, меня это не огорчает то, что я так вот в одиночестве. У меня есть о чем подумать. Одиночество вообще, оно чем? Это полезная штука. Можно подумать над жизнью. Чего-то успел в этой жизни, да, чего-то не успел сделать. Вот. Вспомнить свои какие-то лучшие моменты своей жизни. Юность, детство, да. Не знаю, я закурю, потому что, ну, опять бутылка эту. Ногой обмолвся. Пустая, почти пустая. Вот, друзья, я уж извиняюсь. Кстати, вот смотрите. Смотрите. Видите, бам. Вот, видите, с Новым годом! С Новым годом! Да? С Новым годом! Друзья,
друзья, как красиво, а? Как все. Ну, на самом интересном. Короче, друзья, я думаю, вы поняли, да? Что сегодня 31 декабря. А я вот так вот, да, так вот в одиночестве встречаю новый 2022 год. Но я ни капельку не расстраиваюсь, потому что, ну, много чего в жизни бывает хорошего. И самая лучшая штука на свете, то, что вот я сейчас жив, я живой, да, я могу смотреть в это окно, да, которое позади меня, со своей квартиры, которую я уже никак, не знаю, никак не могу продать. И уже мне очень, не знаю, мне очень прям по душе это, мне хочется на свободу, да. А что такое свобода без денег? Это ничего, если так подумать, да, в нашем мире. Ну, вот, дом надо чинить, вот, надо прописываться в дом. У меня гараж, хотел автомобиль, права надо восстановить, у меня права утеряны. Вот, я до сих пор их не восстановил. Вот. И у меня в ролике в старом есть, как бы, вот это все. Паспорт, там, права. Паспорт восстановил, права еще нет. Вот. И знаете, как-то, ну. Вот я хожу по этой пустой квартире и даже закурю. Надеюсь, друзья, надеюсь, эта сигарета будет последней в 2021 году, хотя навряд ли сейчас опять за пачку побегу. Но попытаюсь, я постараюсь, я обещаю на днях заняться и бросить курить. Я постараюсь, друзья, но пока не получается. Кстати, вас поздравляю. С наступающим пока что. Вот. Когда наступит, я вас тоже поздравлю. Вот. А то я про себя говорю. Не знаю, в сигаретах, друзья, есть какая-то, как Земфира поет, да, честность, честный вкус сигарет, друзья. Классика, наверное, да, я не знаю. Вот если честно быть с вами честным, брошу я когда-нибудь курить или нет. Это, наверное, единственная вещь, да, которая... тебя, не знаю, не обманет, не бросит в одиночестве, да, не изменит, не предаст. Я прям про девушку говорю. Но сигарета, она же тоже, она женского рода, да. Да, она обжигает, да, она тебя постепенно убивает. И опять же, в этом ролике никого не призываю начинать курить. Наоборот, друзья, бросайте курить. Я просто говорю, да, от своего имени. У меня даже подозрения там на онкологию были, да. Но я все равно никак не могу бросить вот этот честный вкус сигарет, друзья. Никотина. Вот так вот я стою частенько у окна. Ну, вот, наблюдаю в окно. Давайте вместе понаблюдаем. И вспоминаю какие-то, не знаю, моменты из своей жизни. Наверное, из детства, свой родной город Зеленоград, в который я частенько приезжаю, езжу туда, да, гуляю, даже ролики у меня есть, и еще сниму не один, надеюсь, если со мной все будет хорошо, я буду жив-здоров, друзья, для вас сниму обязательно еще много роликов про этот замечательный, прекрасный и красивый город. Пока что вот так вот не очень чистые стекла, их не мыл со дня получения ключей от этой квартиры. Вообще здесь ничего в принципе не делал, но вот, никакого ремонта, кроме как дверь железную поставил. Чтобы, друзья, бомжи не ночевали, не залазили, у меня тут отопление есть, все равно кварплата идет. У меня уже долг тут тысяч, наверное, по 200. По 3500 за 7 лет, грубо говоря, тут нормальная набежала. Ну, где-то 3500 в месяц здесь кварплата за общие коммунальные услуги, да, не считая свет, вода, вот это все, да, а общее отопление. Поэтому как бы так, друзья.
Не знаю, вот я решил этот ролик снять. Да я еще, наверное, поснимаю. У меня много чего есть для вас. С вами, чем с вами, вернее, поделиться. Мне сосед подзарядил мой пауэрбанк. Вот, у меня тут иконы стоят. Вот, и видите, сигареты, это нехорошо. Вот. С меня, кстати, много раз почему-то спадал крестик, я его одевал на веревку, вот такой вот узел крепкий делал, да. Но все равно он на мне чернеет очень сильно, прям черный, он серебряный, чернеет. Напишите в комментариях, мне вот интересно, может у кого-то тоже на серебро на ком-то чернеет, на мне чернеет серебро, и постоянно веревка, она вот как вот распутывается, то есть постоянно он как будто с меня спрыгнуть хочет, я не знаю почему. Сегодня ночью вообще проснулся от того, что я рычал во сне. Такое впервые в жизни у меня, чтобы я вот именно не своим голосом таким, знаете. Притом мне даже не кошмар приснился, не знаю, как будто что-то из меня нехорошее выходило. Это было вот год назад что-то похожее на вахте, когда я на вахте был, нам сняли квартиру по работе. И тоже предновогодний, представляете, какое совпадение, ночь. И мужики перестремались, утром мне говорят, а ты что, там, не знаю, Афган прошел или Чечню, говорю, в смысле, ты ночью так орал, но во сне, там, не знаю, ты как будто где-то в горячей точке находился во сне, там, на войне, ты случайно не контуженный, они так за свою жизнь испугались. И я этого не помню даже, не помнил, вернее, вот, я говорю, да нет, вроде бы, да я и в армии не служил, друзья, если не знал. Аккумулятор садится. Да, садится аккумулятор. Ну вот поэтому не знаю, что это такое. Может, что-то нехорошее из меня уходит. У меня, я вам потом покажу, у кровати, у вас кладушки такое вот темное пятно. Такое вот, как я, при том там головой-то почти не нахожусь, не облокачиваюсь, но какое-то такое вот жирное, черное, как вот. Не знаю, что это такое, может, моя аура такая черная. Может, из вас есть кто-то, кто с эзотерикой связан, кто, не знаю, вот с этими всякими, изучает вот эти всякие тонкие мира. Может, кто-то мне подскажет, что это может быть вообще. Все ли со мной в порядке или нет, или моя душа давно уже пропала, как вот у пиратов, да, в песенке «Моя пропащая душа». Летит на дно океана, да? Может, уже на дне океана. Так вот, друзья, стою я и грущу, смотрю в окно. Да, и грущу, я с вами погрущу. Какие-то мысли будут, я постараюсь. На камеру, конечно, тяжелее рассказывать мысли, да? Мысли, которые тебя посещают, да? Видите, бычок, я потом подберу его, подберу. О, вот бычок я на пол кинул. Впервые, кстати, я в этой квартире никогда бычок на пол, друзья, не кидал. Вот. Просто, знаете, перед камерой как-то себя более скованно, что ли, ощущаешь, и мысли куда-то испаряются. Это можно какой-то текст говорить, как-то импровизировать на камеру, да, но говорить честно, вот, как я сейчас с вами, да, очень тяжело. Надо просто забыть, что рядом с тобой находится камера, и тогда, наверное, действительно получится нормальные кадры. Ну, я думаю, не нормальный, а честный. Как честный вкус сигарет, также, наверное, честный видео будет тоже. Поэтому, друзья, я хочу вас всех поздравить с наступающим 2022 Новым годом. Пожелать вам... Я просто снимал сейчас ролик, да, на улице у елки. Я очень замерз, поэтому извиняюсь. Я когда сделаю монтаж, вы скажете, какой-то он там забитый, скромный, ничего толком не сказал. Так вот, я хочу в этом ролике пожелать вам, чтобы вот эта вся вот ваша... все ваши хлопоты, да, все ваши неприятности, все ваши разочарования, да, разочарования, наверное, так правильнее будет, остались... вот в этом году, который сейчас еще, да, не успел, вот он пройдет через, грубо говоря, через час. Вот. А все самое лучшее, самое новое, то, о чем вы мечтаете или хотели бы, чтобы что-то вот произошло такое очень хорошее, да, произошло вот в новом 2022 году. Вот.
Может, кто-то из ваших близких болеет, чтобы он выздоровел, из ваших родных, там, близких друзей. Или, может быть, вы хотите там какое-то повышение по карьерной лестнице, или у вас, может быть, творческий человек, какие-то новые достижения. Вот этого всего я вам желаю. Здоровье, самое главное, друзья, это здоровье, крепкого здоровья. Ведь если не будет здоровья, не будет ничего, я тут по себе знаю, у меня... Ну, видимо, все мы стареем, да, все мы изнашиваемся. У нас у каждого, да, пробег, как у автомобиля, да, как у цифровой фотокамеры есть пробег. Также у нас с вами, да, и я понимаю, что с возрастом мне то коленочки заболят, то поясницу не можешь разогнуть, да, то давление подскочит, да, или упадет. Вот, и хочется вам пожелать вот в этом новом 2022 году, самое главное, это здоровье, друзья. Деньги, они будут, если будет здоровье. Не будет здоровья, не будет ничего. Поэтому желаю вам крепкого зимнего здоровья на целый год. Да? И поздравляю вас еще раз с новым 2022 годом. Ставьте комментарии обязательно, какие-нибудь интересные. Пусть их будет немного, да, ведь вас пока немного у меня на подписчиков. Ну, каждым я дорожу, иначе бы все это не снимал и не выкладывал бы в интернет, на YouTube. Вот. И, конечно, лайки. Вот. Хотите, может, дизлайк влепить. Это ваше полное право. Я никого не агитирую. То есть делайте так, как слушайте свое сердце, так и делайте. Вот. Ну, скажем, все на этом, наверное, да. С вами был ваш Жека, ваш канал Жека, друзья.